от любови до 62 килограмм. Готовится финальная встреча Тадыкин Гарипов. Внимание, после этой весовой фигуры сразу же состоится награждение весовой фигуры до 60 килограмм. Просим чемпиона и призеров пройти в зону награждения. Встречу на ковре А обслуживает бригада судей. Руководитель ковра Тофик Башаев, судья международной категории Тамбовская область. Арбитр на ковре Александр Курилов, Новосибирская область, судья международной категории. Боковой арбитр Антон Чурашов, судья международной категории Нижегородская область. Окей, стоп! 2 балла за бросок. 2 балла за бросок. Предупреждение. 2 балла и фарта. Стоять, красный! На ковре в красном трико Артур Сулейманов, мастер спорта, представляет Ростовскую область и Чеченскую республику. Ему 27 лет. Тренируется под руководством Сергея Буланова. Его лучший спортивный результат – чемпион Южного федерального округа. Его соперник Амаев Абу-Муслим представляет город Москву и Чеченскую республику. Ему 21 год. Амаев Абу-Муслим тренируется под руководством Сергея Боровского. Первый тренер Магомедов Али. Контакт, 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 захват! Захват, контакт! Контакт, контакт! Его лучший спортивный результат – первое место на первенстве мира. Экшн, ворваться! Давай, давай, захват! Захват, контакт! Внимание, победитель!
чемпион и призер весовой категории до 60 килограммов вас ждут в зоне вывода для награждения. Приглашаются в зону для вывода награждения Степан Маранян, Имин Шефершаев, Анвар Аладьяров и Сергей Немерин. После этой встречи состоится награждение. Не надо затягивать вечернюю часть соревнований. Степан Маранян и Имин Шефершаев вас ждут в зоне для вывода для награждения. Пожалуйста, займите свое место. Тренер, обеспечьте явку спортсменов. На ковре А победу одержал Амаев Абумуслим, представитель Москвы и Чеченской Республики.